Кого мы тут проведываем? Кто там прячется? Вон лемур, смотри, в окно заглядывает. Ушел. А, не, вот, ну, он, он вот сидит. Он. Кто-то просил у нас показать лемуров. Вот, вот они. Да. Так. Кто это у какой? Нас? Симба, передавай всем привет. Говорю, всем привет. Все очень ждут новостей о тебе. Кукусики. Да? Смотрите, ну, пледики скомкал, мячики валяются, значит, шевелится. Ну, однозначно. Ребенок ползает, однозначно, значит. Шевелится. Нам, конечно, будет интересно увидеть, как это происходит. Шажочки, да? Шажочки было бы очень хотелось бы увидеть, но надо потерпеть. Кто-то мусиками шевелит, смотри, такой лежит. Я Пусть. Думала, он зевнуть хочет. Лежит, не зевнул. Шевелит. Что там такое? Тень из-под ног твоих. Здравствуйте. Здрасте. Ой. Что, Симба? Симба. Симба. Красавчик. Красавчик. О, обезьяны пошли кричать. Кипер пришел. Все, обезьяны. Кормить обезьян, да. Кипиш, кипиш начался. Там лемур наблюдает толстенький. Оп-оп. Упрыгал куда-то он наверх. Симба, расскажи, опа, как у тебя успехи? Ну-ка, лапкой он как-то пошевеливает, неплохо. Кто там, лемурчиков? Или да. Заглядываешь, там гляделки играете. Ну, как Шерхан тоже туда все заглядывал. Кто там, скажи? Лемуры так добавляют интересно. Жизни. Так интересно, скажи, кто там? Кто там? Умывашечки. Умывашечки. А ты опять когти грызешь? Ой, смотрите, смотрите. Или потягушечки, потягушечки. Ну-ка. Давай, давай. А, ух ты. Смотрите, что. Вот это да. Ой-ой-ой. Симба. Прям боимся спугнуть. Смотрите, он ходит. Симба, блин, мячик несешь нам. Играть хочешь? Симба. Симба. Ты классный, пошел уже. Смотрите, вообще прогресс. Вот это. Симбочка. Умница. Ай, ты ж маленький. Все, все уже пошел явно на поправку. Топает. Ты ж хороший. Симба топает. Смотрите. Смотрите. Он топает, он играет. Симбочка. Ну вот это, да? Ну вот они, вот так все хорошо. Такой сладкий мальчик. Да, и тут грязное стекло. Ай. Я присела к тебе, да. А тут грязное стекло. А у меня чуть-чуть почище тут. Ой, ты ж, ой, ты ж бусинка, ты наша. Идет, идет, идет. Ты ж маленький. Симба, ты к нам пришел, как Аська. Ну, посмотрите, вообще, вы посмотрите. Он пришел. Я, конечно, в шоке. Вообще, Симба, мы тут на радостях. Сейчас инфаркт миокарда будет. Блин. Вот такой рубец. Это офигенный прогресс, простите, но просто... Ладно, не матюкаешься. Не матюкаешься. Симба, ты еще надудонил. Ты посмотри, он еще и в туалет сходил в угол. Написал там, что ли? Да. А мне ж не видно. А мне видно. Так, все, Боже, еще писал. Ты еще такой умный мальчик вообще, Симбочка. Смотрите, смотрите, шажочки какие уже. Блин, ребята, простите за эмоции, но это капец вообще. Видели ползущим. Просто в ужасном состоянии. Как его привезли, да без слез не взглянешь. Слушайте, думали, что он спину... Грызочку. Грызочку. У него там какая-то то ли ножка, то ли курица какая-то эта штучка, короче. Какая штучка, да. Ножка какая-то. Для это, грызь вот эти вот, как копытца. Ну, типа, да, из зоомагазина. Вон, смотрите. Да, точно. Ага, баранья копытца. А, все. Я четко узнаю. Да. Да. Смотрите, вообще бомба. Это тут малыш. Вообще прям. Вот это вообще подарок, прям, так подарок. К Новому прям, году вообще, да, Симба, ты прям. Скажи ко всем праздникам вам, да, к Новому всех году. Всех с Новым годом, да. И с Рождеством, и чтобы у всех были такие же результаты, как у Симбы. Умница, все. Вообще прям очень.
Очень-очень. Все здорово. Симба, ты такой хороший мальчик. Ну, конечно. Да мы не верим своим мы глазам. Мы в шоке вообще. Ну, вот реально не верим. Глаза видят, мозг отказывается. А мозг, да, вот не может. Она говорит, не может такого быть. Вы в прошлый раз приезжали, и я лежал. Ну, он лежал, он не ходил. Да, он шевелил лапками, но он не ходил. Вы смотрите, вот. Так что, друзья, ну, это вообще просто такие изменения, такие шажищи произошли в его состоянии. Посмотрите, кто это не видел. Маленькие шажочки, да. Это просто титанические кто сдвиги. Кто не видел, каким он приехал, посмотрите. Посмотрите, мы оставим ссылочку, посмотрите, просто, ну, казалось, что он не будет ходить. Не будет, еще и компрессию позвонков ему ставили. И казалось, что там, ну, если и будет, то очень не скоро. А тут прям вообще, ну, прямо очень. Симба вот порадовал, посмотри, так порадовал. То он, да, еле лапочкой шевелил, и мы уже радовались, да, думали, что вот у него прогресс. Шевелятся лапки, хвостик шевелится. Тихо, мой зайка. Ты хороший, ты такой смотрите, хороший. Вот это, конечно, прогресс. Ну, зай, порадовал. Я говорю, порадовал, так порадовал. Большие успехи маленького Симбы, да? Симба. Такой вообще. Кто-то заяц смотрит. Куда ты смотришь? Ну, под дверью видно ноги. А-а-а. В щелку под дверью видно ноги. Угу. Лев какой. Ай, лев какой. Симба, красавец. Ай, хороший. Ай, хороший. Ну все, в компанию, потом к осаду, к Шерхану. Еще, да, немного, и будет компания из трех львят. Вот это тайга. Будет класс. Да, тайга сделала все возможное. Олег Алексеевич, ветеринары, все. Все делали все как все нужно. И то, что это не показывали там или не рассказывали, ну, как бы это все равно делали. И вы видите результат. Результат на лицо. Да? Симба ходит. Симба ходит. Симба ходит. Ты сладкий. Да? Усищи. У кого усищи такие смешные? У меня. Смешные усики. Смотрите. И носик какая. У него такой смешной, длинненький такой. Такой давай лучше. Такая мордаха классная. Ой, сердце радуется вообще прям очень, прям очень-очень. Ау, да? Ау. Такой ты классный. Ты да, такой Симба классный. Симба такой-то сам, грызки он любит, да? Смотри, да. Какой-то сам. Ему хочется грызть. Все, ну все, мы теперь, требует. Вот тебе мы точно будем привозить. Угу. Ну? И кто писал, там надо ему мелко мясо резать. Ну, смотрите, он хорошо грызет, зачем ему резать мелко мяско. Он прекрасно все. Все прекрасно у них. И если дают большой кусок мяса, значит так надо. Значит, да, ну как бы тут специалисты такие, которые, до которых нам и вам. И вам, и нам, как до Луны пешком. Поэтому. Доверяйте специалистам. И все будет замечательно. Вы видите? Вот, ну вы же видите, ну он пошел. Он пошел, значит, все сделано правильно в очередной раз. Как с осадой, так и с Симбой. Все сделано правильно. Ты ж сладкий такой. Ты такой сладкий. Такой хороший мальчик. Грызет грызочку. Пойдем к осаду Шерхана заглянем. Ты такой хороший.